И в продолжение темы. Прекрасную половину человечества в эти дни поздравляют повсеместно. Исключением не стало коллектив детского консультативно-диагностического центра. В канун главного праздника весны с теплыми пожеланиями туда приехал глава округа. Я так думаю, что в эти дни вы слышите много разных хороших слов, и это хорошо, это правильно. Поэтому я искренне желаю, чтобы это такое праздничное, хорошее такое настроение и отношение к женщинам, оно было круглый год. Кроме теплых слов поздравлений, медработниц детского консультативно-диагностического центра также ждал и приятный сюрприз. Золотой голос люберец Александр Чайка исполнил для них лучшие песни о любви. Верное свое. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Флешмоб к 8 марта от ГИБДД. Необычный подарок сделали люберецкие госавтоинспекторы своим коллегам-женщинам. На автодроме в Дзержинском они поставили патрульные машины в виде огромной цифры 8. Также для сотрудниц ГИБДД организовали мастер-класс по контраварийному вождению. Цифра 8, составленная из полицейских машин. Этот оригинальный флешмоб запустили госавтоинспекторы, чтобы поздравить женщин с главным праздником весны. В Дзержинском солнечно. Отличная погода, чтобы погонять на автодроме. Именно такой необычный подарок руководство люберецкого ГИБДД подготовило для своих сотрудниц к 8 марта. Девушки наши, которые трудятся в государственной инспекции, вот мы за них переживаем и решили, что вот этот подарок для них будет более чем актуален. И что вот те ситуации, о которых я говорю, они к ним подготовятся и смогут уже достойно отреагировать на любые изменения дорожной ситуации, в которую они попадут. Мастер-класс по контраварийному вождению начали с теории. Инструктор автодрома объяснил девушкам, как себя вести за рулем во время заносов, а также как реагировать в опасной дорожной ситуации. Хотелось бы научиться не попадать в ДТП вот именно на скользкой дороге. Приходится и резко тормозить, и, скажем так, думать на несколько шагов вперед, чтобы предусмотреть, скажем так, маневры другого водителя. Езда в зимнее время опасна для всех автолюбителей и тем более для работников ГИБДД. На площадке автодрома девушки отработали полученные знания, а также потренировались выполнять знаменитый полицейский разворот. Поворот руля в сторону, ручник. Руль в другую сторону, тяга, не сдаемся, не тормозим. Это полицейский почти разворот у нас получился. Ситуации бывают разные, поэтому готовыми, конечно, особенно как бы нам, кто в погонах. Нужно быть ко всему. Всем участницам заездов катание на автодроме доставило массу положительных эмоций и полезных навыков. В целом, экстремальная езда очень понравилась. Обязательно приду сюда еще раз и еще раз попробую. В завершении девушки получили сертификаты о прохождении мастер-класса, а также поздравления с Международным женским днем. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.